Денис, а ты знаешь, как на французском звучит слово «сад»? Кстати, Наташенька, смотри, кто-то шарфик оставил. Да, из зала слышу, что это чей-то шарфик. Кстати, симпатичный. А, что ты спрашивал? А, да. Если честно, я не имею представления. А зачем тебе? А название «сад танцев» тебе не о чем-нибудь говорит? А, ну так бы и сказала. Ты хочешь объявить выход студии современного экстрадного танца «Жарден де ля Дэнс»? Встречайте, «Жарден де ля Дэнс», город Ирпень. Ваши аплодисменты. Композиция «Искра», номинация «Хореография», коллективы «Старшая категория». Международный телевизионный фестиваль детского творчества TV Star пройдет в Турции в Анталии с 30 сентября по 6 октября. Участники, дети от 4 до 17 лет, будут соревноваться в номинациях «Вокал», «Хореография», «Шоу-программа», «Фотомодель», «Телеведущий и ведущий детских концертов», «Цирковое искусство», «Изобразительное искусство», «Спортивная акробатика». Конкурс «Детский музыкальный видеоклип». Победитель получает право на размещение видеоклипа на спутниковом телевизионном канале. Участники фестиваля будут иметь возможность не только принять участие в конкурсной программе и культурно-развлекательных мероприятиях, но и великолепно отдохнуть на теплом, ласковом Средиземном море. Проживание участников и гостей в отеле 5 звезд по системе «Все включено». Стартуйте вместе с нами. С нами интересней.